Помощь студентам и школьникам. В Оренбурге с 1 декабря стартует новый социальный проект «Электронный проездной для учащейся молодежи». Как и где будет работать новая транспортная карта, смотрите прямо сейчас. Для студентов и школьников, чьи учебные заведения не входят в разряд шаговой доступности, проезд – значительная статья расходов. Для этой категории пассажиров общественного транспорта и придумана студенческая карта. По данной социальной карте будет предоставляться студентам и школьникам 20% скидок на маршрутах индивидуального предпринимателя Шмарина, то есть это 17, 39, 40, 52, 53 и 63 маршруты. И это городские маршруты, и 15% скидки на пригородные маршруты. Финансирование этой акции будет проходить из двух источников. Это холдинг «Автотрейд» и «Банк Русь». Отдельная акция предусмотрена для студентов аграрного колледжа. Тариф для городских жителей, которым на учебу приходится ездить в Подгороднюю Покровку, снизится на 50%. Очень неплохая скидка. И если посчитать затраты в год на транспорт, то это будет весомая цифра в моем бюджете. Тысячи карт для студентов и тысячи для школьников уже поступили в продажу. Для приобретения понадобится только студенческий билет или справка из школы. Электронный проездной обойдется в 64 рубля, при этом 50 рублей уже на балансе карты. Во вторник студенческая карта и карта школьника поступила во все отделения системы города Оренбурга, а это более 200 пунктов, где ее можно и приобрести, и пополнить. Проект запускается сроком на один год. Его дальнейшее существование будет зависеть от востребованности продукта.